Что мешает человеку достичь успеха в жизни? Что мешает человеку достичь лидерства? Страх. Гагарину мешал лететь в космос страх? Мешал. Он не идиот, он не больной, он ему мешал. Но он переступил через него и полетел, и вошел в нашу историю. Сегодня, примерно в 16 часов, пройдет снятие порчи. Вы больше не будете бояться выступать публично. По большому счету, все сводится к четырем простейшим фишкам, которые я дам. Я хочу скорее даже не рассказать вам как, а освободить вас от лишнего. Каждый из вас может выступать публично с тем арсеналом, который есть на сегодняшний день. Развитие оратора – это процесс, а не состояние. Ты с каждым выступлением будешь потихонечку-потихонечку карабкаться.